Я Абунга. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы не оказаться со мной в страшном помещении. Один на один. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик, бро. Кусики-кусочки, а с тобой Фласочка. Ну и мы вернулись в страшный подъезд, где да. Все гадит один страшный Next-бот. Который очень ботик. Популярен в Гаррис моде. Вот это лицо Обамы, только искаженное. И это называется Обунга. Так вот, мы с Фласочкой вспомнили, да, вот про это место. И хотим проверить, что здесь осталось. Посмотри просто сразу же. Боже, я помню, это ужасно. Тот самый подъезд. Я, кстати, только что с парикмахерской, поэтому у меня ножницы есть. Я его мыла, и меня напал в этом подъезде Обунга. А это что, шоколад или что? Я не знаю. Фу, ну здесь явно мне кажется, это точно не шоколад. Здесь, кстати, жители все уехали, потому что они поняли, это что детская неприятность. Или здесь вообще сказать? Ничего не осталось просто. Запах детской неожиданности. Вот, короче, такая вот фигня. Ну ладно, Фласочка. Ну что, давай вылизывать это все. Давай. Вот так вот. Настик, ты дурак! А, кстати, как на вкус? Ой, смотри, что это? Это же крафт! О май гад! Я хочу скрафтить Обунгу. Боже, все понятно. Ты Настик только что попробовал какашку. А, ё-моё, смешанное с шоколадом? Фу. Настик, ты дурак, зачем ты? Я же пошутила. Все, Настик, я в окно просто. Ну, молодец, блин. Поднимайся теперь. Это капец теперь. Просто какой-то. Я не верю, что я такой съел. Настик с позором ушел. Ладно, короче, давай просто мы попытаемся позорно, найти где-то позорно. Три просто каки. Да, нужно найти три каки. Ну ладно, пойдем искать. Лайки. Нет. И найти шоколад. И слушай, а давай, давай ты скрафтишь? Ой, я скрафчу его. Еще шерсть черную надо найти. А он типа овца. Да. Вот давай, короче, я его скрафчу. Фласочка, давай я его скрафчу и посмотрим, что произойдет вообще, согласен? Давай, давай, давай посмотрим, конечно, давай. Так, значит, нам надо сейчас нам куда-то... Нам нужно убить черную овцу, найти шоколад и найти каки. А есть идеи вообще, куда, как и где? Мне кажется, какиш можно найти у коровы. Пойдем искать коров. Слушай, а или коров ты не... можешь посидеть на долчке? А это что такое? Пейсти. А... Подожди, а это что такое? О, боже, Шрек? Что это за пиок? О, Шрек! Шрек живет. Так, а что в сундуке? Здорово. Меч, какашный меч, смотри. Фу, офигеть. Класс. Давай ему это... Чё? По попе, ну да. Не надо! Ты чё? Ну да! Ты убила Шрека! Лерка, блин, ну я испугалась. Он психанул. Он такой страшный. Всё, теперь за тобой следит Шрек, молодец. Он за мной следит! Насик, помоги! Насик, помоги! А как я помогу-то вообще? Здесь, короче, когда ломаешь траву, да, здесь выпадают pies of poop, то есть кусочек, кусочек какиша. Да, вот три штуки. Боже, интересно, а это Шрек все тут нафунякал? Я не знаю, давай уйдем отсюда просто, здесь вонючий биом. Это его толчок. Омерзительный биом, пошли. Вот где живет, там и срет. Все, хватит, я не могу это слушать. Давай искать, где шоколад. Хорошо, где давай шоколад? Искать шоколад. Я шоколад, песню. Наверное, в магазине. Эй, песню. Шоколад. Нет, нет, нет. Шоколад ни в чем не виноват. Знаешь, что? Да. А я еще подумала, что ты вспомнил. Я шоколадный заяц. Да, я. А не, я подумал.
Я подумал, что ты подумала, что я вспомнил песню «Эй, шоколадка, люби меня нежно». Но такой нет, песни это нет. Тоже, это тоже. Это не песня, это просто прикол. Прикол просто, вот, короче. А здесь овечка черная, кстати. Опачки. Даже убивать вот не надо. Стрельки. Блин, я забыла, что их не нужно убивать, чтобы получить шерсть. Да, вот в этом-то и дело. Бесконечный фарм. Ну, короче, осталось только шоколадки найти, и нам надо будет обойти весь вообще район, чтобы, ну, шанс был какой-то, не знаю. Да, ну давай. Есть идеи? Нет, у меня нет идеи. Капец. Вот оно, фласочка, магазин 24 часа. Ура, мы нашли шоколадный магазин. Здравствуйте. Ой, блин, что-то ну поротый какой-то. Ладно, давай быстрее выносим отсюда все шоколадный сироп, шоколадный кекс, шоколадный пончик, шоколадный торт. Чё? Он чё, больной, что ли? Здравствуйте, пробейте, короче, это. Фласочка, молчи, а. Чё ты такое говоришь? Так, шоколадная штука. Шоколад. Блин, чё, я вымыла рот мылом. Так, все, я купил шоколад. Забирайте у меня все деньги, я беру все это, кроме тортик, я прям сейчас забрал. Давай, я тоже. Фласочки не оставил. Ты мне бы поделился. Ладно, на, держи пончик. Жоп. Вот шоколадную штуку. А ещё вот это съешь обязательно. Да иди ты знаешь, куда со своими какашками. У тебя все испачкалось, теперь ты подняла. Вот это я затроллил. Я поем пончик с шоколадкой. Не-н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 е. Значит, я тебе еще устрою Санту-Барбару. Да, я жду. Быстрее в дом, в дом, в дом, в дом, в дом. Бидоу, бидоу. Ой, блин, здесь новое. Мы снова проходимся по всем этим гадостям. Мы так и не вымыли пол. Да, короче, ладно, пофиг. Давай мы поставим вот сюда крафт. И все, что мне надо, это заложить три штучки. Вот это и последняя шоколадка. Закладывай раз, нужные два, ингредиенты. Три. Божечки, что произошло? О, боже, это же бомба! Пошел отсюда, водичка! Он появился! Чукак, пошел! Он даже не... Вот он, козел! Он побежал от нас! Быстрее, лови его! Пойдем, пойдем, нам нужно его словить за руки! Чертова бабунка, куда ты бежишь? Стой на месте, блин, он даже... Блин, Насик, он реально, он такой быстрый! Куда он вообще гонит, брат? Ах ты... Черт, мы его не догоним, он очень далеко убегает. Не гоните, пацаны, вы матерям вообще нужны. Капец, он все загадил тут. Боже, он сейчас весь город засрет. Ну, офигеть, теперь он просто все изгадил. Как это все делать? В городе придется провести субботник в сентябре. Да, давай убираться. Кстати, давай мы его, получится, еще раз призовем с помощью этого способа. Как раз. Ну, то есть, если все убираешь, он снова прибегает. Ну что, берем ведерочко с водой и потихонечку подчищаем. Что ж делать? Оп-оп-оп-оп-оп. Ведро свое забираем. Так, я его в левую руку возьму. Ой, боже. Оп-оп. Это еще и воняет так ужасно. Да ладно, я уже привык на самом деле, если честно. Так, это вот сюда надо идти? А я до сих пор нет. Офигеть. Ты реально не можешь привыкнуть к этому вонючему запаху? Ну, нам же как-то надо же, ну, убираться здесь. В любом случае нам придется вот это вот... Ну, я немножко... Так что давай побыстрее резистенцию приобретай. Защиту к этому. Так, убираем, убираем. Приспосабливаться нужно. Да-да-да-да-да, конечно. Нос должен приспособиться к этому запаху. Я уже потихонечку почти убрал все. Ты там убирай первый этаж, я второй. Оп-оп-оп-оп-оп, чистим. Почти. Ой. Протрубочистили. И вот здесь вот тоже убираем. Отлично, даже вот это вот уберем, крафт. Ну все, мы почистили наш подъезд. Этот ужас. Теперь ночью его ждать надо. Я разбила светильник. Ой, дурочка, надо внизу. Вот тут стоят эти штуки. Дурочка, боже, фласочка. Ну все, мы почистили, теперь... Я вандал. Я вандал. Да, ты вандал настоящий самый. Ладно, на самом деле главное, что мы убрались. Ой, фласочка, убери это из рук, пожалуйста. Все, давай спать, ложись. Ой, ладно, давай. Ой, что-то мне не спится, нифигашеньки. Ой, фласочка, ты так спишь классно. Бежишь. Чёрта бунга! Бунга, я пишу! Что произошло? Опачки, что за фигня? Что за фигня здесь происходит? Что у вас здесь происходит? Дратути. Что такое? О, здесь на F фонарик врубать. На Фэнглиску. А что это за место? Так, а здесь бежать это можно. Это какой-то гараж. Посмотри, за мной кто-то бежит.
Меня убили! Что там происходит? Это Next Bot, а не везде, не только Бунга, он нас забрал в свой мир. Ты все, ты умерла навсегда или ты оживилась? Я оживилась. Все, я бегу, Насик, бежим, бежим! Так, куда бежать? Офигеть, И дальше. Я куда-то убегаю. Зубной пакет какой-то бежит. Они меня пнули. Что там происходит? Здесь вообще разные Next-боты. Это просто ужас. Ой, там страшный Next-бот. Где Абунга вообще таится? Мне где он вообще шляется? Я не понимаю. Вонючий Абунга. Здесь всем страшно очень, они все боятся очень сильно. Ой, страшно, Надо эту воротину открыть. Так, ты не здесь, поэтому ты, наверное, не понимаешь, что за воротина. Но я вон там вдалеке ничего не вижу, капец. Стоп, там чувак ходит, короче. Ну да, не видно ничего. Да. Боже, почему? Фласочка, ты по ту сторону, оказывается. Ой, а сзади меня монстр появился. Все, мне конец. Блин, ты знал, что у тебя там за воротиной все нормально? У нас ужас. Нас убивают здесь жестоко, да. Это просто капец. Несего, да? Я вижу, за тобой бежит. Насик! Че ты пищишь? Как свинья резаная бежит. Да. Ты знала, что тебя не любят, не любят подписчики, когда ты так бежишь? О боже, потому что мне страшно. Ну ладно, конечно, бежи, но все равно капец просто. Ты так бежишь громко, я ж сам пугаюсь. Так, ладно, я какой-то потайной ход нашел. Ты за мной, давай идем со мной. Здесь Абунга, наверное, ходит. Бананы. Да, тут как раз наклейки от бананов чисто. Здесь... Ой, слышала? Насик, ты где? Да вот я тут рядом. Я кого-то слышу. Вон там. Что здесь произошло? Сиреноголовый? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он тебя убил? Нет. Черт. Прощай, Насик. Теперь ты будешь. Теперь тебе придется идти без меня. Ай, блин. Это ужас какой-то. Ладно, надо снова. Ой-ой-ой-ой-ой! Меня кокнули. Все, я умер. О, ужас. Меня тоже опять кокнули. Меня прям с вертухи толкнули. Какой-то пакет непонятный, что это за. Что это вообще за бред? Это просто непонятная штука. Ладно, еще раз. Еще заход. Тут вообще какая-то страшная фигня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну а Бунги, как видишь, нету вообще нигде. Наверное. Почему? Блин, они догоняют нас. Но здесь какие-то другие, согласись. Тут нету Абунги. Тут есть какие-то Кути, Джанглер, Ахено. А вот, ну как видишь, нету Абунги. Походу Абунга нас просто к Next-ботам закинул, прикинь. Вот такая штука произошла. Да, вот он козёл. А это пройти вообще возможно, я не понимаю. Нет, а прикинь, он в подвале. Ты справа сверху видишь, когда убивают кого-то? Ну, типа там написано, кто кого убил. Вот там какой-то челик в подвале должен быть. Мем тоже. Возможно, здесь и Абунга присутствует, просто найти надо. Реально. Да. Так, идем. Фонарик я забыл врубить. Так, тихо. Вот там никого. Нам надо как-то спуститься явно. Ну или, я не знаю, подняться куда-то. О боже. И ищем эскалаторы. Они всегда помогали нам. Давай. Вот, видишь, эскалатор. Но я не пойду. Не, я пойду на эскалатор, нафиг. О боже. Тут тоже страшилка. Это ой, тут еще одна новая страшилка. Я ее такую не видел. Чёрт, нагоняют. Ё-моё. Так, вот сюда можно зайти? О, да, сюда толчок. Можно. Толчок. Тут толчок. Да, толчок я видел уже. А что это тут такое? А, это туша. Это как будто Мэрилин Мэнсон. Мэрилин Мэнсон, офигеть. Что он тут забыл, интересно? Так. Да. Что здесь, он тут делает? Здесь ничего не понятно, никуда идти. Что он делает в моем холодильнике? Блин, ты посмотри, все эти крипипасты, ну, одни и те же. Ну, где вот этот вот чувак? Там кто-то нашел какого-то нового. Я 100% видел. Ё-моё! Нет! О боже, там целые стады! Меня рядом с тобой на прогиб положили просто. А чё тут просто бегать что ли надо и всё? Да, наверное, так и есть. Просто бегать. Пипец, у меня все глючит. Ну, не лаги в плане, а просто, ну,
помехи, короче, создаются, когда эти монстры рядом. Нереальные помехи. Ладно, Боже. Бежим. Бежим, вот бежим, сюда. Бежим. Здесь о, ничего нет. Господи. Оп, вот сюда смотри. Я что-то активировал. О, ты открыл ворота. Все, я понял, я закрываю, открываю. Тут какой-то секретный вход. Боже, тут реально какая-то секретная штука. Найсик. Что там? Так, смотри, ты видишь там мячик? Да, вижу. Вот бы достать. Это смотри, знаешь. Так, это что? А можно же как-то найти, наверное. Да. Вот он, мячик. Смотри, значит, мы куда-то на парковку прокрались. И здесь новые NextBot'ы, возможно. Идем? Возможно, да. Смотри, тут какой-то чел. Где? You should love yourself now. Тебе надо любить себя сейчас. Люби себя, чувак. А здесь какая-то парковка дальше. Смотри, здесь куча этажей. Мы найдем новых NextBot'ов. Я слышу какой-то зов. Слышала. Здесь толкан. Мы прошли. Мы в сейф-зоне. Здесь посрать. А, тут можно какать. Смотри, какой-то яшный смайлик нарисован. Ой, блин, боже. Ну ладно, здесь нечего делать, наверное, в этой сейф-зоне. Надо гулять по парковке конкретно. Да. Может, там мы и найдем Бунгу. А Бунгу? Или возможно. Он нас найдет. Вот здесь активировать можно? Нет, нельзя. Что-то какая-то странная местность, абсолютно не занята. Вообще никого. Но здесь можно спуститься вниз. Здесь тоже так, никого. Это второй этаж, да? Это первый, получается. Ну, там еще спуски есть. Вот это не нажимается? Нет. Боже. А там кто-то воротину открыл, я слышу. Только что внизу под нами. Вот здесь вот, походу, кто-то есть. Боже. О, да, здесь страшилка. Она... Это Бунга! А Бунгу нашла? Да! Реально? Он меня съел как раз-таки вниз по парковке. Офигеть. На вот спускаешься там прям на лестницу. Я иду смотреть на Бунгу. Это мечта моей жизни. Так. Где Абунга? Я вижу! Это какой-то странный Абунга. Он какой-то не похожий на себя. Походу, это модернизированная версия Абунги. Так, бежим, бежим, быстрее. Он эволюционировал. Офигеть, я его вижу вблизи. Он такой страшный. Ладно. Страшнее, чем обычный. За мной бегут куча NextBot'ов. Так, куда бы убежать? Оп. Ты знал, что прыжками можно очень быстро передвигаться? Прям нереально. Оп. Прям... Такая скорость развивается. О, господи, за мной столько этих NextBot'ов бежало. А за мной не бежит никто. Ну ладно, короче, я просто хочу к тебе пойти, где Здесь Бунга. Здесь даже тачки переворачиваются. Не, Бунгу я уже встречал. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим, это бежим. Это какой-то каки вообще. Бежим. Ой-ой-ой-ой, за мной все, за мной Бунга. За мной три NextBot'а. Бежать, 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 бежать. Ты знал, что здесь распрыжка работает? Так, тихо. За мной все, да? Бежать, бежать! За мной не бежать! Меня опять убили! Я тупо отдыхаю. Да. Мне, походу, больше всего здесь убивают. А, нет, кстати, ты больше всего... Ты 202 секунды прожил. О, то есть я вообще профи? Офигеть! Но там еще покруче меня есть люди. Но я реально долго живу. Я думаю, что... Ну, а это бесконечно будет длиться? То есть здесь можно вообще бесконечно набирать очки? Это какой-то ужас. Ну, типа, смысл? Просто понты? Я так да. бесконечно проживу, я уверен. Это панты, это панты. Ну, короче, я так понял, что все, достаточно. Мы рассмотрели всех NextBot'ов, поэтому я, наверное, буду уже все. Я... Или побегать? Меня опять убили. Я думаю, почему ладно, меня вечно убивают? Да ты набиха, фасочка. Вот я тут тачки. Вечно меня. Тут просто вот сливает. В эту парковку заходишь, и тут вообще изи жизнь. А, тут еще на лифте можно подняться, офигеть. А я не понимаю просто. Я в бэкрумы попал. На лифте, ты прикинь. Тут еще какой-то чел появился. Боже. Тут новые NextBot'ы. В бэкрумах NextBot'ы, короче, есть. Там новые, а где реально. Это... Бэкрумс надо в лифт зайти. И я еще поднялся по лифту. А, это я спустился. Боже, что за мужик? Так. Я иду. Отстань! Блин, здесь. Тихо, тихо, тихо. Бежим, 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 бежим. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Бежать, бежать, бежать. Бежать, 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 бежать. Все, нормально, я выжил. О, боже. Да блин, ну опять, ну я уже так не могу.
Ну, короче, я понял, я профи, я тут бегаю даже от новых некстботов, ты их, наверное, не встретишь, к сожалению. К сожалению, да. Ну, ты меня, если поведёшь. Да, да. Ну, ладно, короче, надеюсь, тебе понравился этот видосик. Вот так вот мы побегали. И ты поставишь на него лайкусик. Здесь подкат можно делать на С при ускорении. Ну, ладно, это уже не важно. Подписывайся, ну, ставь лайкусики, если понравился видосик. Подписывайся на канал Фласочки и на мой. Да. Что-то, короче, ладно. У меня канал Насика в описании. Да, и, конечно же, не теряй.